нам показывает, смотрите, из ведности знаете, сколько мы упускаем? Вот, например, из ведности нам не дали прокладывать железо. Кристина же разбрасывала на анклавы по всей территории, как брызг. Мы не можем ее объединить какой-то конфигурацией и как-то контролировать, как это делать. Нам приходится разбрасываться, там забор построить, там штамп, там договориться, там договориться. По нашим местам. Теперь, мы хотели прокладывать железную дорогу в Иерусалим, если мы будем в Иерусалиме. Это было бы прорывом, потому что это очень важно. Лично закончил, лично власть, лично безопасность. Мы уже устаревшие. Вот мы автомобильные сейчас транспорт. И построили метку уже за 27 минут. Захватили расстояние вдвое, как 70 километров дорога, а как будет 47 километров. Так они по границу не давали, нам же надо через их территорию проходить, как бы арендуем их часть территории. То есть мы юридически грамотно выступаем, себе не сложно. Thank you.